я могу сказать за регион Московской области, где я проживаю, да, я думаю, что, я не знаю там насчет партии власти, но там избирается губернатор, вот, губернатор, кандидат в губернаторы, сейчас исполняющий обязанности, он как раз-таки от «Единой России». Ну, я думаю, он и будет губернатором, в общем-то. Что касаемо оппозиции, особенно там не системной оппозиции, ну, насколько помню, Гудков там пытается баллотироваться, ну, мне кажется, маловероятно. Во всяком случае, у нас в городе вот не было никого еще. Вот был, например, Воробьев приезжал пару раз, а остальных я даже не видел. Видел плакаты какие-то там, но... Мне кажется, люди, даже те, кто баллотируется ну, Гудкова-то мало кто знает, не говоря уж о там остальных. Поэтому я думаю, что будет тот, кто будет.